Девчонки, всем привет. Снова я в своей вотчине. В общем, буду это белье сейчас вешать. Вот, пока с вами поболтаю. Вовчик там лежит, отдыхает. Вот. В общем, что хотела сказать. Пришлось сегодня экстренно стирать белье. Вот, потому что у Вовчика открылось кровотечение, девочки. У Вовчика открылось кровотечение. Вот, и, так сказать, еле-еле я его установила. Вот, но благо, что я его остановила. Потому что, честно, я прям была вся на измене, потому что прям вообще из него текла кровь, как из поросенка. Я прям напугалась, прям по самое прям вообще не балуюсь. Ой, ведь отстиралась. Фига себе, как у меня отстиралось, все хорошо. И белье, кстати, кипятило. Даже смотрите, у меня как трусы отстирались. Они не были такими светлыми. Я надеюсь, что у меня отстирались пятна крови, потому что у меня прям была кровь. На вот это постельном белье. Вот, потому что девочки прям вообще. У него из него сегодня лилась. Позвонила, короче, врачу сегодня. Говорю, мол, так и так, у него кровь идет. Что делать? Может, там это швы? Вот, он говорит, это нормально. Вот, говорится. И ничего, все пройдет. Типа, пятый, шестой день, это кризисные дни. Вот туда-сюда. Не переживайте, все нормально. Потом, конечно, кровь остановилась. Вот, мне стало легче. Вот, ну и, как говорится, легче стало. Но я, конечно, прям была, честно хочу сказать, девочки, на измене. Так, ну что у нас тут? Выстирался. Так, вот у нас была простыня. На ней были кое-какие части. А вот у меня тут. Так. Вроде отстиралась. Я там и ванишами, и туда-сюда. В общем, вроде пятна крови отстирались. Это здорово. Вроде ничего не осталось. Ваниши помогли. При 95 градусах делала полоскание. Прям, знаете, прям вот конкретно. Вот, ну я, конечно, прям очень прям испугалась. Там, знаете, прям кровь побежала. Ой, я не знала, как ее остановить. Вот. Так что у нас, конечно, прям сегодня тупонос, то золотуха. Вот, побежала, короче, опять купила в аптеке всякие лекарства, опять всякие перевязочные материалы. В общем, опять кучу денег потратила. В общем, покой мне только снится. Вот. Я из жены превратилась в сиделку. Вот так вот. Вот у меня то постирушки, то приготовить, то это, бегать. В магазин, в аптеку, ну и так далее. Как-то так, девчонки. Что, вроде неплохо отстиралась-то, да? Вроде беленькая, хорошо, все. Вот, это у нас простыня. Она прям вообще, прям, знаете, такое кровавое пятно было большое. Вот. Я прям останавливаю. А у меня крови останавливаешь, ничего нету. Я там всякими этими перекисями, прочее, нифига. Он орёт. Ему это щиплет. Вот так вот. Вроде нормально отстиралась. Я ж переживала. Нет, все хорошо. Видите, все-таки отстирывается. А то я говорю, новое белье прям уже все устряпали. Вот. Слава богу, хоть это Василек нас радует. Постелила свежее сегодня постельное белье. Блин, как она скрипит, собака. Постелила сегодня свежее постельное белье. Вот, все хорошо. Здесь тоже были пятна кое-какие. Вроде здесь тоже отстиралось все. Ну вот, видите, как замечательно. Все отстиралось. Такие дела. Ра-ра-ра-ра. Ну все, ладно, сейчас быстренько довешу. И пойдем с вами. Вот, девчонки, наконец-то все. Поменяла все, что надо. В общем, развесила белье, все хорошо. Слава богу, все отстиралось. Я стирала, кстати, 95 градусов. Я туда налила жидкий порошок, я туда налила ваниш, я туда налила поласкиватель и обычный сухой порошок. В общем, всем, что могла, я туда запихала. Слава богу, у меня все отстиралось, потому что я боялась, что кровь, она не отстирается. Слава богу, все хорошо. Вот, я, конечно, сегодня прям это была на измене, но, слава богу, все образовалось, все образовалось. Врачу звонила, конечно, прям такая, что делать, может, скорую помощь вызвать, Вот, и он, короче, говорит, что все нормально, не переживай, типа, вот, обработает тем-то, и все будет хорошо. Я такая,
Окей. Все обработала, все остановилось. Ну, слава богу. Вот. В общем, сейчас дала ему орешков, дала ему там грушу, сожрал, лежит, это, отдыхает, расслабляет. Мне, кстати, еще знаешь, что врач посоветовал? Мне посоветовал прикладывать холодненькое, вот, чтобы холодненькое, оно облегчает. Что у него боль болит, там, туда-сюда. Так, ладно. Давайте заниматься нашей готовкой. Вот, почитала сейчас еще раз его диету. Макароны ему можно, макароны. У меня там как раз есть пачка макаронов. Вот эти вот в пакетиках. Вот я ее сварю. И курицу сейчас делаю. Хочу, знаете, делать, девочки, курицу с овощами. У меня вот здесь вот пол луковички, морковка большая, два перчика, курица. Вот, и этот. Куча-куча зелени. Я там базилик. Я подрала. Базилик. Сейчас поставим жарку. Так, меню жарко. Так, время. Так, пускай у нас 30 минут. Температура. Угу. Старт, пускай греется. Так, немножко добавлю маслечко. Оливковое. Буду делать на оливковом масле. Ну, сейчас все быстро. Специи потом добавлю. По сути, мне специи-то особо не нужны. Так, давайте покажу, что я тут приготовила. Уже успела. Я так в перерывами, когда муж орёт там, я такая... Что? Новый хозяин, надо! Ой, девочка, у меня уже крыша едет. Так, ладно, смотрите, у меня, короче, курица. Я еще три кусочка, три филе достала из той бедренной части, которая была. И плюс у меня здесь ножки 8 штук. У меня здесь перчик два вот таких вот перчика. Пол луковички красные. Вот, одна вот такая морковь. Здоровенькая. И куча зелени, девочки. Укроп, петрушка и базилик. Базилик буду делать с травами, очень вкусно. Так, что у меня тут? По-моему, у меня уже тут как-то греется. Да? У меня тут уже греется. Ну что, я тогда брошу курочку нашу, пускай она у нас обжаривается немножко, а я пока этим делом порежу это овощи. Слушайте, у меня здесь еще томатная паста, она в пакетике. Вот такая вот. Ну, сейчас я вам покажу. Буду выкладывать. Вот она у меня очень такая вкусненькая. Еще от отца осталось. То есть это из его помидорков. О, слушайте, знаете, что хочу сейчас на ужин? Так, все выкладываем. Хочу сейчас компот открыть. У меня там компот есть. Вот, наверное, я сейчас компотик открою. Обжариваю без специй, без соли, без всего. Все равно будет тушиться с овощами. Пускай у меня здесь все тушится. Так, ножки. Обработала, кстати, здесь очень много было этих, кожи много было. Вот. Вот вкусно. Я даже не рубала, ничего, прям так. Все равно будет вкусно, все равно все обтушится, обжарится. Вот. Потом даже незаметно будет. Вот. И вот эту вот часть. И немножко добавлю воды. Здесь ты закрою. Прямо. Все, пускай она у меня здесь туша парится. Все. Сейчас следующее. Девочки, смотри, что у меня есть. Ой, блин, чуть не въехала. Во. Это у меня компот из груш, яблок. Вот. Который мы делали сами. Сейчас мы обмоем баночку. Вот. И откроем. Будет у нас на ужин компот. Вот что значит свои заготовочки. Вот, пускай у нас пока стоит. Вот, смотрите, какой компотик хороший. Яблоки, груши. Красота. Красота, лепота. Так. Все, у нас пока стоит. Что у нас тут с курицей? Ну, все, она мне как это, туша жарится. Еще чуть-чуть добавлю водички. Пускай она у меня, чтобы не подгорела. Все. Как на пару получится. Так, ладно, пока порежу все остальное. Досочки. Перчики. Вот. Ну и зелень, конечно же. Будет у меня с зеленью вкусно и приятно. Мой любимый ножик. Я уже влюбилась в этот нож.
Ой, девчонки, вот реально чувствую себя какой-то, как это называется, домработницей, знаете, домработницей. Домработница Анина. Что, милый хозяин, надо? Ну вот. Только у меня целыми днями такая забота. Что хозяину приготовить, что хозяину сделать. Вот, как жалко, что... Ну, хотя, с другой стороны, люди же болеют, правильно? Правильно. Вот, и рано или поздно с любым такое может случиться. Вот. Главное, чтобы в этот момент тебя любимый человек не бросил, не кинул, а ухаживал. Вот я ругаюсь, ворчу, кричу, жалуюсь, но тем не менее я продолжаю делать то, что надо. Вот я считаю, что это хорошо. Вот, ну а выговориться, поплакаться, знаете, всегда надо. Как хорошо, что у меня есть такая возможность выговориться, поплакаться. Вот так вот, потому что если бы у меня ее не было, было бы так себя. Так, ну а морковку я порежу. Вот так. Соломкой. Чтобы было, чтобы она хоть чувствовалась, морковка. Ну и прожарилась при этом. Кстати, взяла вот такую морковку одну. Не знаю, сколько всего. Ой, я, конечно, прям сегодня испугалась. Вообще. Там это кровь, счет. Я не знаю, что делать. Вообще. Так, а знаете, прям вот, как это, безвыходность. Ой. Он орет, кричит. Я тут это... Но я сегодня прям чуть это, скорую помощь не вызвала. Парень сказал, успокойся, все хорошо. Вот это сделаем, и все будет хорошо. Я такая, ну, слава богу. В общем, вот так вот, девчонки. Так, сейчас нарезаю, короче, морковку. Завтра не знаю, что буду делать. Наверное, то же самое, девочки, то же самое. Вроде все уже купила, все овощи есть, все есть. Завтра будем с вами утром варить кашу. Надеюсь, она у меня получится. Ну, хотя, с другой стороны, открываются такие, знаете, у меня суперспособности, как это, повара, оказывается. Видите, я какие-то рецепты придумывать начала сама. Вот. Всякие курочки. Вот, до этого тоже там много всего интересного. Что неплохой, я, понимаешь ли, и повар получается. Кто бы что ни говорил. Правда, конечно, вот готовить что-то такое диетическое у меня прям сложно получается. Потому что у меня фантазия не работает. Так что предлагайте свои варианты, девочки, предлагайте. Напишите мне в Инстаграм, если так не достучитесь. Пишите в Инстаграм, там я всегда отвечаю. Ссылочка есть в Инстаграм в описании, подписывайтесь. Вот, и, как говорится, вместе мы с вами решим проблему. Может быть, я кому-то помогу, может, у кого-то тоже сейчас переживает. Кстати, врачу звонила, вот, он в прошлый раз не вышел. Вот, нас другой врач принимал. Перевязку ему делал первую. И вот врач говорит, что у него там сейчас проблемы, у него там что-то тесть, ни жив, ни мертв. Вот, это грустно, конечно. Вот, а мы уж думали, что он грешным делом запил. Нет, все нормально. Вот видите, вот... Как осуждать-то людей, когда не знаешь, что у человека происходит, вот, не знаешь все истории, вот, а осуждать за что-то всегда очень плохо. Потому что никогда вы не будете шкурой того человека, которого осуждаете. Я сейчас вот говорю, грешным делом подумала, что вдруг он запил или еще что-то. Ну, потому что врач такой веселый, прикольный. Я думаю, о, душа компании. Вот так вот. Так что ладно. Ладно, сейчас дорезаем и дальше поговорим. Все, Ван уже параноиком стал. Отнесла ему морковку. Он меня спрашивает. А мне ее можно? Говорю, можно. Так, что она здесь кушает. Перемешаем. Отлично. Она у меня как будто варится. Ну, замечательно. Будет тушененькая. Так, ну чё? Я думаю, морковку сразу скидываем, чтобы она помягче была. Оп. Сюда. Всё, пускай у нас расходится. Курица с овощами, с
пускай тушится. Так, а я пошла еще лучок порезать. Так, что у нас? Лучочек порезала. Ну, у меня здесь буквально пол лучка, потому что Вовчику нельзя лук. Ну, я чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Надеюсь, он как вчера из-за лимонного сока рать не будет. Потому что, в принципе, как он говорит... Он обрабатывался. Он обрабатывался. Вот, сейчас мы это все дело перемешаем. Я думаю, сразу, знаете, залить томатной пастой. Вот, сейчас сразу покажу ее. Вот, я в пакетиках делала. Она тут прилипла, что ли? Так, плохо. Вытаскиваем. Так, надеюсь, она у меня не прольется. Так, томатная паста. О, да, все, отлично. Вот, она у меня была в пакетике. И теперь она у меня будет так вот. Эти. Подрезаем, подрезаем и... Ать, погнали. Так, ать. Все. О, полилось, полилось. Полилось. Будет у нас с томатами. О, помидоры. Помидоры же можно замораживать, девочки. Вот, и я тогда, как ее сделала? Я ее заморозила. Вот, часть брикетиками, часть вот так вот в пакетах. И очень классно получилось. Вот, и можно на этом делать всякие супчики. То есть вместо томатной пасты. Вот так вот у меня. О, все, зашибись. Зашибись. Все, это можно выкинуть. Ну-ка, что у нас тут? Что у нас тут? Где моя ложка? Где моя ложка? Так, вот она. О, ребятки, смотрите. Считайте, как это в томатной пасте. Курица у нас будет. Сейчас тушится. Сейчас она у нас согреется. И будет вкуснота. Вот, и все это будет с зеленью. Вот. И с прочим. Ну, этому надо всему тушиться. Долго, упорно, красиво и вкусно. Ну все, закрываем крышечкой, пускай у нас пока тушится. Ребятки, так красиво зелень у меня лежит, прям вообще. Я думаю, вот так вот ее покромсать. Смотрите, базилик, петрушка, укроп. О, это прям красота. Прям так крупно ее покромсать, потом помельчить. У меня же там практически все готово. Смотрите, какая зелень, а? Все-таки какая зелень. Вот ни в одной пятерочке такой зелени нету. И подавно. Вот только у ребят в палатках такая есть. Просто сказка, а не зелень. Так. Чтобы она дала весь аромат. Смотрите, какая прелесть. Всю красоту. Вот. Ой, просто прям сказка. Будет у меня курица с зеленью и овощами. Во. В травах, в специях. Специально взяла базилик, потому что он даст такой классный оттенок. И вкус придаст, чтобы курочка была немножко пикантная. Вот. В таком стиле. Во. Ну, разве не красота? Смотрите, просто яркие краски. Сказочно. Что у нас тут с курицей? Закипает, да? Потихоньку. Видите, она как это, в соусе получается, в томатном таком, как в бульончике. Сейчас она чуть подвыкипит, будет с приятным булькает. О, запах уже шикарно стоит. Открыла крышку, чтобы немножко выпарилась. Так, добавляю вот карри, девочки. А, мне, знаете, мне сказали, что у вас не только девочки смотрят, но и мальчики. Так вот, немножко карри добавила. Буквально пол чайной ложечки, такое количество. Вот соль. И все. Сейчас надо будет попробовать на соль. Ох, запах пошел. Шикарно. Так у нас курица, карри прям будет в тему. Цвет придастся. Такой желтоватенький. Будет вкусно. О, курица у меня уже прям тут. Будет мягкая-мягкая. Такая прям тушеная курочка с овощами. Не, курица вообще, конечно, готовится быстро. Вот видите, у меня какие сочные помидоры были у отца. Там сколько... Сколько влаги из них выделилось. Так,
добавлю немножко соли. Прям немножечко. Пол чайной ложечки. Перец сказал Вовка не добавлять. Перец у меня пойдет сладкий. Так что, как-то так. Как-то так. Знаете, вот что бы ни делала, всегда у меня получается какой-то гуляш. Какое-то жаркое. Ну, наверное, все тушеные блюда, они что-то типа такого. Кстати, курицу вообще не резала. У меня такая кусками осталась большими. Вот, чтобы она хоть как-то сохранилась. Иначе она бы у меня тут вообще разошлась. Аромат прям. Что у меня здесь булькает, девочки? Уже, кстати, стало более густое. Добавлю сразу перец, чтобы он здесь был мягкий. И превратился тоже в такую подливку. Вообще, я что так делаю? Я хочу, чтобы это была подливка под макароны. То есть вместо кетчупа. Вот. Такая вкусная. С овощами. С овощами и курочкой. Тогда, я думаю, будет просто замечательно. То есть можно будет вот этой вот подливкой просто полить макароны вместо кетчупа. То есть считайте, как томатная паста. Да. Ну и все. Пускай дальше тушится. У меня еще вот такие вот макароны Барилла хорошие. Я думаю, сейчас их отварить. Как раз вот с макарошкой. С курочкой будет самая тема. Ой, еще что-то я прям так устала. Что-то у меня прям... Вообще весь запал пропадает. Весь запал. О. Варится. Все кипит. Ой, курица уже, кстати, от костей отходит. Нормально так. Я вот думаю, уже, наверное, брось сюда зеленушку. Вот, и пускай дальше подтушивается. Вот тут уже овощей нарезала на ужин. Девочки, моя красивейшая зелень пошла. Нужно аккуратненько ее сейчас отправить сюда, чтобы она не упала. Пускай она с травкой еще потушится. Аккуратненько. Так вот. Нет, все-таки, знаете, домохозяйка это не мое. Вот честно, не мое. Я бы, наверное, чокнулась, если бы я целыми днями убиралась, готовила. Вот. Наверное, честно, вот чокнулась бы. Как я рада, что у меня есть какая-то отдушина. Интернет, YouTube. Вообще какие-то путешествия. Нет, мне скучно. Мне скучно, девочки. Очень-очень. Я так не могу. Вот у меня уже за неделю от всех этих уже крыша едет. Вот. Отец, когда болел, он так себя не вел. Он был ходячий, он был самостоятельный. Его не надо было за ним ухаживать. Вот. Ему еды приготовишь, спросишь, что не надо. Молодец, сам все делал. А вот Вовчик у меня, конечно, прям плакса. Я прям, знаете, чувствую себя сейчас не женой, а какой-то прям вот реально, не знаю, как это назвать-то, домработницей. Знаете, как красиво получается. Так, вот. Супер. Видите, все утушилось. Вот такая, как тихогбили, что ли, получается. Вас там, наверное, это совсем дымочком. Супер, супер. Типа чехакбили получается. Только вот с травками. О, курица у меня прям вообще от костей отходит. О, видите, как косточка торчит. Зато вкуснота. Все перемешала. Все, пускай дальше тушится. И вот этим потом курочкой я полью. Все, еще минут 10, я думаю, будет готово. А я пока сварю вот такие вот макарошки. Что хочу сказать, девочки, где заканчивается терпение, начинается упорство. Да? Это все хорошо себя жалеть, говорят, что я устал. Но свет в конце тоннеля есть, и это главное. Главное, что человек живой, а все остальное мы справимся. Вот. Да, мне, конечно, тяжело одной, потому что характер у Вовчика такой, знаете, тяжелый. Но это мой крест, моя ноша. Вот, ладно, все будет нормально, все замечательно. Сейчас доготавливается, и будем садиться за стол на мукбанк. Всех люблю, всех целую. Всем спасибо, всем пока.